Всем привет! Вот и наступил заключительный 14-й день макияжа к Новому году. Я знаю, я обещала, что будут видео с голосом, но я лоханулась сегодня, я проспала. И, скажем так, я ничего не успевала, потому что мне еще и на час надо было на маникюр идти. Час я делала, маникюр делала где-то 2 часа. Поэтому вот так вот. И потом я просто уже чисто физически понимала, я приду с маникюра, я не смогу ничего снимать, сил у меня никаких не будет, и я оказалась права. Поэтому вот так вот. Я знаю, еще и лоханулась с тем, что до сих пор не написала, что это продукты использовала, но я очень хочу надеяться, что вот будут выходные, я это сделаю, я обещаю вам. Я и даже могу пообещать, что постараюсь на следующей неделе еще парочку видео заснять. Но если нет, я извиняюсь, потому что сейчас как-то вот уже, знаете, к Новому году, вот сейчас 24 число, через там 7 дней Новый год, как бы сумбурно все происходит. Так что вот так вот. Спасибо за все те комментарии, которые вы мне писали, особенно в Инстаграме. Мне так приятно было, что вам это нравится, чтобы я это продолжала. Я обязательно вот в следующем году буду больше как-то пробовать макияж делать, как-то себя совершенствовать в этом. И в следующем году тоже будет такой, я бы сказала, марафон. Возможно, не 2 недели, может, неделю. Я не знаю, то есть можете тоже написать, как бы вы хотели. Может, вы месяц хотите макияжей. То есть, поэтому у меня есть планы на YouTube в следующем году. Я очень надеюсь, что, несмотря на то, что я найду, надеюсь, работу, я буду снимать видео, так что... И все будет хорошо, я буду идти в этой сфере развиваться. Так что обязательно подписывайтесь и на YouTube, и на Instagram, потому что в Instagram у меня больше все-таки. И на TikTok, потому что, все-таки буду его развивать. Да ну нахрен, почему я не снимала его, почему не выпускала. Это опустим. Поэтому да. Обязательно завтра постараюсь еще снять видео, как выглядит квартира у нас уже в новогоднем стиле. Поэтому так. Знаете, я вот сейчас думала, запишу извинения и объяснения, и рассказ такой, все вместе. Подставлю под видео, а потом в конце там музычку присобачу. Но я болтаю почти 2,5 часа, часа минуты, и я понимаю, что часу музыку я не вставлю. И еще я очень хочу извиниться за то, что вчера вечером мне просто, знаете, вы уже в Инстаграме, даже в Фейсбуке писали, что, а где видео? Вечером уже там в 11-12, почти в 12. Писали, где видео? И я понимаю, что я загрузила видео, но я не открыла для него доступ. И не написала название и описание. И я это понимаю уже просто чуть ли не там в 23:59. И я понимаю, что все. Я уже не успею, я пытаюсь, я не успеваю, я выпускаю видео сегодня, блин. Поэтому, сори, будем считать, что это типа был вчерашний макияж. Так что вот так вот. Спасибо, что были со мной эти 2 недели. Счастливого вам Нового года. На всякий случай скажу все-таки. Так что да, побольше удачи вам в следующем году. И пока-пока.